Здравствуйте, друзья! У нас вопрос про такие предприятия, бизнесы, организации, которые занимаются сбором долгов с должников. Не имеется в виду, что они там с утюгом ходят, конечно, а так, легитимные такие. Значит, это большой бизнес на самом деле, потому что люди много берут в долг, соответственно, они где-то не очень возвращают. Это бывает по самым разным причинам. Где-то, вот Википедия, последний раз я когда смотрел про кредитные все эти рейтинги, там было написано, что в Соединенных Штатах 75% населения имеют очень высокий кредитный рейтинг, кредитный скор, вот это, кредит скор. Но есть 25%, которые имеют не очень высокие. И это бывает по самым-самым разным причинам. В частности, вот эти collection agency, они называются collection agency. Collection agency, им отдают сбор долгов, просто когда не могут до человека дозвониться, не могут его найти, или он как-то отказывается, у него какие-то там претензии возникают, там, или еще что-то. Поэтому они примерно за треть, они берут треть от суммы, и вы не можете отказаться от их услуг потом. То есть у вас контракт, который вы заключаете, мне приходилось это делать самому, поэтому я как бы в курсе. Значит, допустим, человек, ну, куда-то исчез, мы не знаем, где он. И у нас нет возможности его найти, нет сил этим заниматься. Мы отдаем в collection agency, он должен, допустим, там, $3000, например. И они его нашли. Он и не думал прятаться, он просто вообще не думал, что он кому-то должен, он замотался, у него своих дел полно. Очень много таких случаев, и процент этого дела очень высокий, на самом деле, среди того, что попадает в collection вот этот. Они его находят, они ему говорят: Вася, ты вообще знаешь, что творится-то? Он говорит: ой, ты, господи, боже мой. Он говорит: конечно, конечно, о чем речь. Выписывает чек, соответственно, я получаю две, они получают там одну, ну, меньше, да, они получают там 30%, не 33, а не треть, а может быть 30%, ну, где-то вот так. И все так мирно заканчивают. И я уже не могу сказать им: а вы знаете, что вот он там платит, давайте мы теперь с ним напрямую. Или, допустим, Вася мне звонит и говорит: ребята, давайте я вам напрямую заплачу, что я буду какой-то collection agency платить. Мы уже так не можем. То есть это как бы выходит за рамки того контракта, который есть. То есть, наверное, можно обдурить collection agency, если есть желание кого-то обдуривать, но в принципе, как бы, правила игры такие. Это, значит, одна категория людей, это вот, которые, ну, просто потерялись. И это как бы легкий такой бизнес. Я думаю, что в основном, если они зарабатывают деньги, вот эти collection agency, скорее всего, в основном вот на этих зарабатывают, которые и не пытаются особо отказываться и так далее. Надо сказать, что для того, чтобы сдать кого-то в collection agency, у вас должен быть контракт, у вас должно быть основание, на котором вы можете отдать кому-то право собирать деньги за вас. Потому что, если, скажем, у вас есть какой-то сомнительный контракт, который вы то ли выполнили, то ли не выполнили, там-то еще чего-то, то это может быть не collectible, понимаете? То есть это, вы должны в суд тогда обращаться, должно быть решение суда и так далее. То есть это сложнее намного. Так вот, дальше что происходит? Есть люди, которые... У них как бы своя правда, знаете. Они говорят: а я вот считаю, говорит он, а у него контракт, и он обязан, и он юридически, и он как в любом суде его сразу выкинут за дверь, но вот он считает до тех пор, пока в суд не попал, он считает. И их начинают запугивать. Да, что может сделать collection agency, чего я, например, лично не могу сделать? Collection agency имеет доступ к тому, чтобы рапортовать долги, так скажем, не факт неуплаты, невыполнение обязательств в кредитное бюро. Есть три основных кредитных бюро. И, значит, если они с человека денег собрать не могут, то они туда его бабах и сдают. И после этого у него как бы черная метка на его кредитной истории. Если он захочет купить машину, если он, не дай бог, захочет купить дом, да. И вот тут сразу начинается. Во-первых, его заставят тут же заплатить. Скажут: мы с таким не можем, с такой записью, иди быстро рассчитайся, чтобы тебя убрали с твоего рекорда и так далее.
Второе, они могут сказать, вот ты какой оказывается, да, тогда мы тебе дадим деньги, но под более высокий процент, потому что ты такой рисковый клиент и так далее. То есть они могут испортить кредитный рейтинг. И в этом смысле, конечно, уже не важно там, что ты думаешь по поводу этих там $80 или там $150, которые с тебя кто-то требует, но сама по себе возможность того, что тебя сдадут куда-то, и если ты ведешь нормальную жизнь такой в этом обществе, то это значит, что ты все время берешь кредит. Тут ты берешь, там берешь, на дом, на машину, там на инвестиции какие-то и так далее. Оно не стоит того, чтобы связываться. Если только человек не принципиально упертый, он может упираться до конца своих дней, это его личное дело. Я помню, у меня был такой случай, мы когда только приехали, и у меня была страховка, ну, не только приехали, а уже вторая работа у меня была, через 3-4 года, у меня была вторая работа, и там была такая страховка, и я думаю, ну, куда, значит, пойти, врач же нужен. И я взял список там этих провайдеров, врачей, к которым можно обращаться, и прямо через дорогу у меня вот, значит, там какой-то мексиканский доктор. Я тогда еще не понимал, после этого мексиканского доктора, мы там, что получается, что когда нужно к специалисту какому-то или что-то, он посылает только к мексиканцам, понимаете? И мы обнаружили себя в некомфортабельной такой, значит, среде вот этих вот докторов мексиканцев. И вот, значит, да, а тогда попал я к этому вот Гонзалесу, так условно. И у меня есть страховка. В принципе, по закону, если чисто юридически смотреть, на тот момент, во всяком случае, было так, что врач не обязан обращаться в страховку и получать из нее деньги. Это услуга, это как бы акт, такой жест доброй воли по отношению к клиенту, потому что он, в принципе, клиент должен заплатить врачу, а врач и получить потом со своей страховки. Но понятно, что это как бы элемент удобства, и они тоже хотят, чтобы клиентура ходила к ним, а не к другим врачам. Но вот в данном случае у этого Гонзалеса не получилось какие-то там $80 или $90 вытащить из моей страховки. Что-то там у него возникло. И он мне счет присылает. Ну, не он сам, он вот его девочки там, которые сидят. Я, поскольку знаю, что у меня страховка есть, и какой-то счет приходит, я его игнорирую, думаю, ну, мало ли там, знаете, счета, какие-то бумажки все время ходят. Иногда какие-то копии посылают, иногда что-то. А тем более я человек новый, я не очень понимаю. Но я точно знаю, что у меня вот есть страховка, я ему дал, и они с нее получают деньги. Мне страховка шлет постоянно, что она им тут заплатила, там заплатила. Ну, когда это происходит. Короче, я совершенно спокоен. Потом опять какая-то бумажка приходит. Потом еще что-то приходит. Я-то знаю, что я в порядке. Тем более, что я от них уже ушел, я поменял работу и там в другом месте уже. Ну и в конечном счете они, значит, меня сдают в collection agency. И обычно они, знаете, как вот медицинский офис, там же много таких. Вот, и они там пачками их туда отдают. И начинают мне вызванивать какие-то люди. И я им говорю, чуваки, говорю, страховка же есть. Они говорят, мы, говорит, со всем уважением к вашей страховке, но страховка отказывается вот эти $80 заплатить, поэтому вы сами с ними разбираетесь, а $80, пожалуйста, значит, соизвольте. И они довольно вежливо, кстати, разговаривали. Они не кричали, не ругались, так пытались объяснить. Ну и у меня тут вот есть приятель, Алекс. Вы, может быть, его видели, если там смотрите регулярно наш канал, с которым мы в институте связи учились, и который сейчас подрядчик строительный. А тогда он занимался финансированием недвижимости, то есть он был моргидж-брокером, как у нас говорят. И Алекс мне говорит, Миша, он говорит, эта сумма не стоит того, чтобы вообще о ней разговаривать. Если тебе испортят кредитную историю, вот тогда ты поймешь, какая цена этих $80. Даже вообще не разговаривай, время не трать, отдай им $80 и забудь вообще, что они есть на свете. Что я, в общем-то, и сделал. Вот, поэтому, что я хочу сказать. Есть люди, которые просто так заплатят. Есть люди, у которых своя правда, как у меня вот была в этом случае. Но под угрозой того, что им могут испортить кредитную историю, если сумма там какая-то там, господи, о чем было бы говорить, там отдали и все. То это тоже они могут собрать. Значит, дальше что получается? Есть люди, которых можно запугать. На них можно кричать. Есть люди, не выдерживающие, когда на них кричат. Им проще, значит, там отдать какие-то деньги, лишь бы на них не кричали, они нервные. И вы можете сказать, а пусть бы он трубку не брал. Вот мозгов не хватает.
они трубку все равно берут и на них начинают кричать. Вообще на этих людей можно даже как-то жаловаться, вот что они там этот харассмент производят, что они кричат. Не положено вообще кричать на людей. Но мне на днях кто-то рассказывал, я не уверен, что это правда, но вот расскажу то, что рассказывают, что есть два штата, по-моему, Техас и были названы Техас и Флорида, в которых разрешается кричать. И поэтому многие вот эти collection agencies вот там базируются, и там специалисты по крикам, по ругани, по наездам, и они совершенно терроризируют там эти свои жертвы. Если человек простой, если он всю жизнь вырос там, но если не в коровнике там рядом где-то, ну, похожем, похожей обстановке, он не привык к тому, что на него кричат, он привык, что все такое тихое, nice. И тогда они ломаются и отдают эти деньги, лишь бы только на них не кричали. То есть это тоже какая-то, значит, категория клиентуры. Но если человек изначально планировал деньги не отдавать, или, скажем, в какой-то момент его научили, или он сам подумал, что пошли они все нафиг, я вам скажу, вот есть человек, у него испорченная кредитная история. Вот у него за долги забрали дом. Представляете, да, у него foreclosure, у него bankruptcy, у него хрен знает что. То есть он просто, ну, в таком разрушенном кредитном состоянии, что сказать ему, мы тебя сдадим в collection agency, сказать ему, мы тебе испортим кредитную историю, он только ржать над вами будет. Понимаете, у него и так все испорчено. Ну, поэтому, если у человека уже все деньги отняли, вы не напугаете его тем, что вот у тебя будут проблемы с одалживанием, потому что таких проблем с одалживанием, как у него, уже есть, уже хуже не бывает. Тоже вы с него не очень соберете. То есть, либо его жизнь привела в такое состояние, что ему чихать на это на все, либо, соответственно, он изначально планировал, что он платить не будет. Я помню, у нас был такой период в жизни нашей школы, когда мы брали часть денег вперед и часть денег после устройства. И мы говорили, как гарантия, да, что вот если ты 6 месяцев ищешь работу и не находишь, это невозможно. Я вам скажу, больше 2 месяцев искать работу практически нереально. Можно не искать, конечно, это отдельная история, но невозможно. И мы говорим, ну вот у тебя будет там 6 месяцев, если за 6 месяцев не даешь работу, пожалуйста, ты можешь вообще ничего не платить, задним числом не возвращать, потому что там тебе оставшуюся сумму. И там были в то время еще какие-то школы, которые такого не делали. И люди, которые хотели сознательно, как бы, чтобы было подешевле, они не имели в виду вообще ничего выплачивать, мы вдруг обнаружили, что мы на себя стаскиваем вот этих вот малосимпатичных людей, которые просто... А знаете, когда у него гниль внутри, он с этой гнилью пришел, это чувствуется и в отношениях, и он тебя уже не любит. Знаете, он тебя хочет кинуть, и он тебя уже за это не любит, что он тебя хочет кинуть. Это специфический такой народ. И мы перестали это делать просто, чтобы оттолкнуть от себя вот этих вот, чтобы они к нам не ходили, потому что это никакой радости нет с такими работами. И вот и они потом там исчезали, или они говорили, что это больше 6 месяцев, или они просто исчезали куда-то и так далее. Вот у нас тогда возник такой промежуток времени. Звонили люди, которые говорят, Миш, я вам ничего не рассказывал, но в нашу компанию взяли вот этого, и он просил не говорить вам, что значит, вот он нашел работу, потому что вот у него там еще там, он хочет дождаться и сказать, что это было после 6 месяцев и так далее. Поэтому, если человек изначально планирует, то, ну, что, вряд ли с него можно что-то такое собрать. Вот о работе вот этих вот collection agencies. У меня училась одна индусочка, я помню. Она работала в collection agency. Как раз вот в этот самый период это было, когда там часть вперед, часть назад. И она мне такая вроде душевнейшая женщина была, такая средних лет, и она мне так с интересом, таким, с эксайтментом, с восторгом рассказывала про работу этих collection agencies, а потом оказалась в той же самой категории, то есть пришлось ее потом сдавать в collection agency. Так что вот люди, которые в этом работают, они, наверное, тоже какой-то отпечаток на них накладывается, или они, может быть, не случайно этим занимаются. Я когда был еще школьником, ну, только в институт поступил. И там у нас была девочка из нашей школы, которая поступила на психологический факультет МГУ. И
У меня был психолог знакомый, и он говорит, ты знаешь, говорит он, сам факт того, что человек захотел учиться на психологическом факультете, это уже, в общем, его характеризует как, может быть, не, как сказать, не 100% нормального. Я что сказал, вот что слышал, то передал. Это я сам свое мнение на этот счет не имею. Но вот, как бы, перенося это на collection agencies, я думаю, что вот, наверное, люди, которые идут туда работать, наверное, они уже изначально какие-то склонности в этом смысле имеют. Так мне кажется. Но это я так, просто так сказал. Без претензий, без обобщений. Все, ребят, счастливо. Я приехал на работу. И вам тоже хорошего дня.